Татарстан Республикасы дәүләт бүләге ТСХ 100 еллыгы медале белән бүләкләнәләр. Акчурина Нәфисә Фәйрүз кызы татар милли мәдәниятенең үсешенә керткән өлеше өчен. И мы решили сегодня вручить награды от Республики Татарстан. У нас есть медаль к столетию, которая специально выпущена. И сегодня мы вручили именно заслуженные людям, которые очень много сделали большой вклад в развитие именно взаимоотношений между Татарстаном и Башкортостаном и сохранение и развитие татарской культуры, языка, именно национальных традиций. Поэтому мы сегодня в такой торжественной обстановке вручили на долгую память. Я считаю, что это все заслужено. Мы не подбирали только Уфу. Да, именно по людям смотрели. Потому что номинация за предпринимательство и развитие как раз взаимоотношений в сфере экономики между Татарстаном и Башкортостаном. Это вот Марат Нугуманов. Сегодня не озвучили, но мы тоже номинацию приняли. И вот Камилю Середину тоже вручили впервые. Вот сколько мы с ним общаемся, сколько он занимается развитием именно взаимоотношений между Татарстаном и Башкортостаном. И только сегодня награда нашла своего героя. Как говорят, тоже вручили и ему благодарственное письмо от нашего представительства.